Простишь, и я не прощу. В секунды не стало нас. Сквозь толщу воды я тихо ко дну, в пустоту, в тишину, и нет сомнений. Мне всегда казалось, что вы с Димой Биланом, ну, некие соперники. И вдруг дуэт. Так получилось, что мы стартовали с ним с одного года. С 2002 года мы появились вместе на конкурсе «Новая волна». У каждого были свои там взлеты, падения, но тем не менее уже прошло 15 лет. Мы, конкурируя на каждых премиях, то я забираю тарелку «Лучший певец», то он. Там, абсолютно. И это было постоянно, и нас постоянно сталкивали, все это. И мы уже так повзрослели и так поняли, что нам нечего делить, и что мы абсолютно самодостаточные артисты. И вот настало то время, когда нужно сделать дуэт и спеть эту найти эту песню. Прости, моя любовь, кусая губы в кровь, я сделал все, что можно, все, что нельзя. Прости, любовь моя, все дальше полюса, весь мир на части и уносит. Моя любовь. Я всегда говорил, даже когда нас сталкивали, когда мы конкурировали так очень серьезно, я всегда говорил, что это замечательный, талантливый артист. Мы вообще при общении поняли, что мы во многом по подходу похожи. Мы вообще каждый раз, более того, сейчас часто списываемся, созваниваемся чуть ли не каждый день, узнаем, как у друга дела. Мы стали хорошими друзьями по-настоящему. Да? После того, как мы поработали над видео, мы снимали в Португалии 3 дня бок о бок, снимали клип, делились эмоциями, впечатлениями, там, да, обсуждали музыку друг друга. И мы понимаем, что слова, которые порой мы используем, какие-то эмоции или ощущения, которыми мы делимся, они очень схожи. И это как-то так, какие-то родные люди фактически. Потому это что, очень много значит. Потому что, ну да, 15 лет мы шли параллельно, а на самом деле у нас очень много чего общего, и где мы пересекаемся. И это, конечно, очень здорово. Мне очень трогательно было, когда Дима поздравил меня с рождением сына, когда он меня поздравил... Поздравил? Ну нет, когда стало известно. Он меня поздравил. Он поздравил меня очень здорово, и мне важно было от него услышать поздравление после того, как случилось Евровидение в моей жизни, после того, как я выступил, и очень много добрых, хороших слов. Ну и вообще, он очень хороший парень. Хороший, добрый парень. Я очень рад, что наконец-то у нас возникло какое-то такое дружеское общение.